Необычный подарок преподнесла слониха Кева жителям Берлина. Она стала мамой. Спустя 3 дня после родов маленького слоненка выпустили в общий вольер. Он пугается вспышек фотокамер, новых запахов и звуков, жмется к маме и прячется у нее под животом. Ветеринары еще не выяснили пол малыша, но с точностью заявили, что он родился раньше срока. Вместо 2 лет именно столько длится беременность слоних, Кева носила его вес всего 22 месяца. Поэтому слоненок очень маленький, весит неположенные 140. Не положенные 140, а только 100 килограммов. Для Кевы это уже 5-е роды. Теперь в Тиер-парке 7 азиатских слонов.